Вчера, 17 марта, пока еще не установленные лица попытались поджечь дом одному из активистов гражданского контроля в Краматорске и Славянске. Как-то так это все выглядело, знаете, и страшно, и смешно. Страшно, потому что такое происходит у нас, а смешно, потому что вот этот вот один из неумелых исполнителей чуть сам себя не поджег. И вот знаете, глядя на это, я вот так предполагаю, что вот эти вот в масках люди могли быть действующими сотрудниками полиции, потому что так тупо и топорно и безалаберно не действует вообще в стране никто. По-моему, это какая-то, знаете, отличительная черта полицейских. Я, конечно, не утверждаю, но все возможно. У кого есть какая-либо информация по данному событию, пишите либо мне в личку, либо я вам оставлю еще ссылку на телеграм-канал ребят из Краматорска и Славянска. Можете информацию сбрасывать им. И берегите себя.